На каком основании остановили, а? Покажи свое удостоверение, у меня все зафиксировано, я все снимаю вообще-то, понятно тебе, а? Я вас не останавливал, езжайте своей дорогой. Арат, сам вот, ну что ты сейчас из-за этого две сплошные меня хочешь прав? Это мелочь, арат, две сплошные, что такое? Сейчас я, ты меня права лишишь, арат. Арат, кафе кто будет мясо жарить, кто будет вообще привозить продукты, арат? Кто будет опять? Пойдем же коньяк садим, попьем шашлык, машлык, посадим, покушаем, арат, зачем мы здесь стоим, смерзнем опять. Эй, капитан, тормози, да что за тонировку сними, жесть. Ты меня должен понять, жесть, я же пацан тоже с девчонкой хочу по городу покатать, что паха не спалил, ее старшие братья не спалили, ее дяха не спалил, жесть. Не сними, да ты что, тормози, да, твой же дяха, двоюродный твой дяха, это брат моего троюродного дяхана, ее сестры мужа же. Командир, в смысле я нарушу, я не понял. Ну три красных, и чё теперь, чё здесь такое? Она же стоит там на холоде, мёрзнет. Ты меня пойми как пацан. Я же должен быстрее доехать. Калашников дом, Стечкин дом, РПГ дом. Ну это на всякий случай дом. И пару гранат дом. Ничего запрещенного нету.